И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на сервере Tamagotchi и, конечно же, все так же с модом Anunnaki. И, конечно, сразу же хотелось бы начать с объявления о том, что на этой неделе будет два стрима. Я хочу запустить один в субботу, другой в воскресенье. Воскресенье, возможно, будет с задержкой. У нас на работе корпоратив, поэтому я, возможно, задержусь. Опять-таки же, неизвестно. Возможно, перейду как положено. Там, как говорится, будет видно. Вот. Ну, и что, собственно, для чего это? Во-первых, я хочу посмотреть, как же все-таки будет лучше. Суббота или воскресенье? А во-вторых, что требуется от вас? Написать в комментариях суббота или воскресенье. Просто одно слово. Суббота либо воскресенье. Вот. И я хочу посмотреть, когда же все-таки лучше стримить? В субботу или в воскресенье? Ну так вот, переходим сразу к делу. Я ничего не делал. Ничего не делал, я просто отдыхал это время. И честно, меня просто коробит от того, что я до сих пор не сделал... не записал, точнее, серию о том, как же притомить Дрейка в соло. Вот, и поэтому, как бы, хочу записать именно это. Но я думаю, по названию вы уже поняли. Я хочу именно этим, по крайней мере, как минимум попробовать это сделать. Кстати, у меня такая идея пришла в голову. Заходишь в шахту лифта, поднимаешься на самый верх, а там тебя ждет мега крутая виверна, на которой ты улетаешь, как на вертолете с пентхаусов. Вот. Реально. Я сделаю здесь вертолетную площадку. Ну, как бы ничего сложного нету, просто покрасил все дела. Вот, ну, я здесь сделаю вертолетную площадку. Черт побери, я ее сделаю. Это будет круто. Ну да ладно. Из новенького я здесь увидел, летает Меганерва, или как там, Меганерва, вроде она называется, от Адзака. То ли он не снял клеймо, то ли он здесь ее потерял, то ли что. Ну, в общем, она здесь и стоит, элитная Меганерва. И я не знал, что они есть. Знаете, ни разу не встречал. Ну, и как бы я и мало по лесам-то бегал. Это он сейчас убивается по варденам убивать, и все, просто кайфует от их убийства. Также я всех поставил на пассив, и вот этих всех своих боевых товарищей, назовем их так, я поставил на нейтрал, и, понятное дело, чуть что не так, каранты всем. Ну, я думаю, от боссов-то явно будет каранты. Виверну одну поставил, чтобы летун был, вот, ну, остальные просто боевые единицы, ядрёна мать какие. Все так же ворота работают, как положено, и все хорошо. В общем, что я хочу делать? Я хочу сразу, без лишних заморочек, приступать к ловушке. К ловушке на Дрейка. А возможно и на Виверну в дальнейшем. Вот, собственно, что я хочу сделать. Есть вот такие глаз-металлы. 120 тысяч здоровья. Такс, и давайте посмотрим вот у этой стеночки. Тоже 120 тысяч здоровья. Так, у этой стеночки. А у этой стеночки 100 тысяч здоровья. О, 40 тысяч здоровья. В общем, вы поняли, да, из чего я буду делать? Конечно же, из глаз. Ну, почему бы и нет? У него эффективность такая же, как у металла, зато тратится металл в два раза меньше. Хотя... возможно, я буду делать и из металла. Вот, в общем, короче, я буду делать ловушку. Буду делать именно обычную ловушку. Обычную ловушку. Но только для этого мне надо тонну металла. Для чего? Я сейчас сяду на свою анкилу. И побегу лутать. Сраного туча металла. Да. Я решил все это не вырезать. Думаю, все равно что-нибудь будет интересное, я включусь. Так что... вам, по крайней мере, будет интереснее. Я надеюсь, что вам это интересно смотреть, и поэтому я как бы это все записываю. Да. Ну вот, добыв немного металла, можно и отдохнуть, так сказать. Ой, ощутите, я так весь его не переместил. Отдохнуть от добычи ресурсов. Ой, это не то. Что же я сейчас хочу сделать? Чтобы все удалось...
Ой, да ладно тебе в натуре. Чё ты не переносишься, да? Давай, полтишочек, давай так, полтишочек. Слышь? Ублюдочное это создание. Ничего, руками это говно переносить. О-о-о-о-о. Я бы сказал, кто ты, но я человек культурный. Я на запись такой не скажу. Тварь тупая. Какого фига это говно не переносится? Вот он, баг. Говно не переносится. Опаньки. А он тут перенесся. Отлично. То есть он его цеплял, но перетащить не мог. Слишком далеко, видите ли, оказался. Ну-ка, теперь сюда. Металл. Опаньки. А металл не переносит. Козел. Почему ты этого переносил? Вот дерьмо кусок. Ну ладно. Чем придумаем? К примеру, стрепаем себе новый столик. Да, вот такая вот подстава. Как говорится, чего не ожидал, того не ожидал. А, кстати. А что если попробовать? Где-то мой... Ну ладно, я его все равно не найду. А, хотя, что не найду. Здесь. Давайте-ка... Бляха-муха. Посмотрим. Ой, какую фиговину. Есть вот такая вот штука. Ресурс. А, если я, допустим, беру... Так вот, бах, стреляю, я могу туда переносить предмет. Эх, целёхонький. Допустим, бах! Она не с этого мода. Но... Кайф, да? Вот это кайф, вот это я вовремя вспомнил. Кстати, такой пистолетик всего лишь стоит ничку соломы. Кстати, вот с этим пистолетиком аккуратнее, он ломает. Это круто! Это круто! Это здорово! Я могу... То есть, допустим, вот анлаки... печка из анлаки мода. Понятное дело, в S+, такой печки нету. Но, благодаря этому пистолету, я могу взаимодействовать модом S+, с другими предметами, что очень даже здорово. Примерно так же вот с этим столом. Анлаки Workbench. Круто! Ну да ладно, сейчас я пойду замерять, тестить, полетит ли за мной этот сраный козел. Ну, я имею в виду Дрейк. Кстати, прежде чем вылетать, я немного подумал, а почему бы здесь прям не затестить? Смотрите. Подобрать. Я жду он как-то из своей же ловушки вылетать. И проверяем, пролезет ли Дрейк. Ах ты, зараза, пролазит. Это же фигово. Хорошо, что я проверил. Дрейк может ли с легкостью пролезть в проем, в такой маленький проем. Тогда, ну-ка, Виверна. Виверна даже может пролезть. Офигеть, вот что не ожидал, то не ожидал. Окей, это уже фигово, потому что я немного рассчитывал на другое. Тогда, значит, эффект с открывающими, автоматически открывающимися и закрывающимися дверьми только использовать. Ну, типа, я залетаю. Ставить их чисто на автоматическое закрывание? Не так. Надо подумать. Так, ну и, собственно... О, водичка у меня. Собственно, что же, да как делать? Я считаю, что лучше всего делать вот на этом подъеме данную ловушку. Во-первых, она ближе всего к острову. В том плане, что она ближе всего, где можно построиться. На самом острове строиться нельзя, к сожалению. Вот, и поэтому будет именно так. Сейчас лечу просто воды попить. Как я хочу сделать? Я хочу сделать длинный коридор. Примерно 3 на... Наверное, где-нибудь 3 на 7 придется делать. Хотя сначала 2, но потом подумал, что лучше всего сделать 3 в ширину. И 7, 6, 6, наверное, в длину сделаем. А почему именно так?
Спереди, вот представим, спереди я ставлю ворота, которые будут открыты. Сзади я поставлю ворота, которые будут автоматически закрываться за мной. Что означает... Так, надо, наверное, безопасно лучше остров приземлиться. Что означает, как я только пролечу мимо, они сразу же захлопнутся. Ну и, понятное дело, на него, то есть на Дрейка, а может в дальнейшем и на Виву, эта штука влиять не будет, и она не откроется под их натиском, так сказать. Вот. Прикольно. Вот, поэтому как бы я и хочу именно так и сделать. На том именно островке сделаю, ближе к зиме. Ну, мне как-то, знаете, там поспокойнее, нежели вот здесь вот. Вот, сделаю именно там постройку. Но для начала нужно найти виверну и посмотреть, вообще в ту сторону она летит или нет. Есть еще Дрейк. Есть еще вариант синий Дрейк, он всегда летает в зиме. И как бы там вообще не проблема построиться. Но, понятное дело, нам-то нужно ядовитое. Вот, поэтому как бы и нужно сразу же смотреть с ядовитой. Кстати, включил гамму, чтобы именно ночью можно было снимать и свои мысли рассказать, пока я их помню. Вкачал именно Тёминого, ну, тот, который Тёму... Того, который Тёма выводил. Вот, у него уже 797 левел, я ему Large XP Potion вкинул. 11500 здоровья, 20% скорость, это я вкачал для того, чтобы он мог летать, если что. О, нифига, Вива, скорость скачанная. Зачем так упарываться? Вот, чтобы он мог еще даже от Виверны удрать. Не знаю, удерет или нет, но я лично на это рассчитываю. Потому что, ну, по крайней мере, 187, когда Птер летал за мной, ну, я был на Виве с ускорением, то он не догонял меня. Ну, ладно, ищу Дрейка и включаюсь. Решил затестить на огненном, потому что на нем легче всего тестить будет, потому что егошнее пламя меня будет хилять. И, кстати, я тут заметил, у меня торпорчика, оказывается, у этого птера 20, почти 22 тысячи. Это офигенный птерчик. Вот, кстати, для тех, кто не понял, почему я летаю на Птере, а не на Виверне, у меня же есть Виверна, почему я не Виверна, это томлю Дрейка, потому что, когда вы будете томить именно таким способом, у вас максимум, кто будет, это Аргентавец. Вот, то есть у вас даже Дрейка не будет, потому что вам смысла от этого нету, от такого способа, когда у вас уже будет Дрейк. Не, хотя есть смысл, но... Только если в более больший левел надо будет вам. Вот, ну, в общем, что? Что? Надо, короче, агрить на себя эту... Опаньки, получилось. Да ты овца в натуре. Я тебя быстрее сейчас притомлю так, по ходу дела. Опаньки! Ах, твою мать. За мной лети, овцекрыл. За мной лети, овцекрыл. Да, как видите, 200% вполне предостаточно, чтобы свалить от него. Я сейчас без ускорения лечу, и он меня даже догнать-то не может. Ну как, догоняет? Но не так, чтобы мог. Оп, ускорились, оп, ускорились, оп, ускорились. Так-с, ну давайте смотреть. Ловушка моя будет здесь. Если фон пролетит над этим островом, то все пучком. Так. Да, все отлично, почти. Привет. Ой. А там кто-то был? О, окей. Ну, он летает над этим островом. Так что все хорошо. Все просто замечательно. Пора приступать. Ой, твою мать, а что там Дрейк делает? Это Дрейк дикий, что ли? Ой, матерь божья. А, нет, не дикий. Не дикий. Фу. Слава тебе, господи. А, в общем, я что решил-то потестировать-то? Потому что у меня металл плавится. Что мне еще делать? Вот, так что...
пошел я за материалами, буду строить нужную постройку, а этого козла надо отсюда уводить. И что это? Любит? Понравился ему это гнездышко. Ну что, народ, состряпал я ловушку. Не знаю, проканает, не проканает. И сначала я хотел состряпать ее другую, но не будем об этом. Она, наверное, получилась бы дебильная. Потому что мне пришлось бы на лету устанавливать одну из дверек. Кстати, ну давай, давай, тихо, тихо, помедленнее. Вот здесь я сделал проход для... Да ладно, птир может в такой проход пройти. Вот твою ж дивизию. Больше возился. Да ладно, что-то я забыл, что он в дверь может проходить. Подожди, он в дверь не может проходить. Какого фига он здесь проходит? Надеюсь, это мне никак не повредит. Ай-яй-яй-яй. В общем, оставил я этот проход для того, чтобы я мог... Надо же как-то усыплять дрейков. Вот, поэтому как бы я этот проходик оставил. Надеюсь, это мне никак не повредит. Ну, повредит, переиграем. Не проблема. Вот, в общем, был расчет на то, что я просто взлетаю и на лету прям ставлю стенку. Ну, благодаря вот этому открывшемуся окошечку, так как уровень фундаментов разный, я решил этим не заниматься, а вылететь прямо сюда. Но при тесте на птере почему-то он не хотел пролетать в это. Но только стоило мне установить люк, почему-то он стал пролетать. Именно даже не обязательно где люк. Ну да ладно. Такая идея куда намного лучше, и именно так я и буду это использовать. Автоматическое открытие и закрытие люка мне в этом плане поможет. Но автоматическое закрытие дверей я убрал. Потому что мне оно не к чему. По-простому говоря, оно мне будет наоборот даже только мешать. Кстати, давайте посмотрим. Switch to automatic. Open close, close, open close. Понятно. Автоматическое открытие двери мне бы помогло, но как бы пускай так будет открыто постоянно. Вот. В общем, суть в чем. Я загоняю свою жертву сюда. Резко взлетаю вверх, открывается дверь, я улетаю, дверь закрывается, дверь закрылась, и все. По идее, должен там сидеть. Единственная проблема, если только вот в эту щель Дрейк пролетает. Ну, тогда мне просто нужно будет здесь эту щель заделать, и все, ничего более. Дальше я просто спускаюсь вниз, стреляю, использую хавку для Дрейка, и все. Вот мне, кстати, у меня остались потолки. Вот, ничего сложного, совершенно ничего сложного. Единственное, только было сложность, это установить ворота. Ворота пытались пристакаться к фундаментам. Но я просто убрал фундаменты, убрал стены, убрал фундаменты. И сначала установил ворота, потом поставил фундаменты. Как бы поэтому ничего сложного не было в этом. Ну что, погнали. Будем, так сказать, в прямом эфире, назовем это так, пытаться кого-то поймать в эту ловушку. Что без всяких вырезок, со всеми файлами. Я даже не знаю, есть ли вообще дрейки, они тут были, как бы. Ну, судя по всему, остались только одни красные. Ой, да ладно. Вот ты-то мне, чувак, и нужен. 180-й. Отлично, вот ты, чувак, мне и нужен. Ну-ка, за мной. Оу-е, обалдеть. Вы прикиньте, это просто дар судьбы. Это просто реально дар судьбы. Тихо, не отрывайся так сильно. Чё это я так очканул-то сильно? Такс, давай. Я такой беззащитный, птиер, я отстаю. Ой, ты меня можешь догнать. Ой-ой-ой, прям ты меня можешь догнать сейчас, да? Ай-яй-яй-яй, догнать ты меня можешь. Единственная проблема, что он может вылететь. Так, вылетаем отсюда нафиг, чертям собачьим. А, черт побери. Окей, дубль 2. Одно хорошо, он на постройку не агрится, что очень даже хорошо. Сейчас смотрите, что происходит. Я чутка поторопился. Что означает, мне нужно его по новой загнать напрямую. А это означает, мне нужно опять отлететь далеко. Не, повезло, я Дрейка нашел нужного и сразу. Это хорошо. А еще у меня торпора 20 тысяч, и даже если он по мне случайно попадет, то все будет пучком. Так, давай, родненький мой.
Ты будешь мой... Да ладно, ты в натуре отцепился. Так, окей. Не будем рисковать лишний раз. Так. Три пока что. Так. Окей, понеслась. Сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Но главное, чтобы не Капразуха, или как там его на меня не напал. Было очково. Не, я понимаю, что он выдержит один-два удара, даже выдержит. И это все будет пучком. А, то есть в том плане, что я не усну. А, но не хочу. По минимуму жертв нужно делать. Не, ну под такую музыку я не должен проиграть. Просто обязан выиграть. Тащим. Да твою мать, опять ты не залетел. Эх, супостат ты недоделанный. Окей. Я сказал со всеми пробами и ошибками. Я не буду ставить на паузу, как бы я сейчас не хотел. Далеко отлетать не будем. Разницы от этого нету. Со всеми ошибками, со всеми ошибками, со всеми ошибками, со всеми ошибками. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать! Мой пукан горит нафиг чертям собачьим, я ничего не вижу. Я закрыл? Я закрыл. Нет, он снаружи. Он снаружи! Он снаружи! Твою дивизию. Я его не видел. Сейчас бы главное не грохнуться. Ой-о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 й. Вот это сейчас такой был бы фейл жесткий. Десятку. Он мне просто десятку накинул. Пару ударов, и он мне десятку накидывает. Окей. Новый заход. Надо открыть ворота. Очень маленькая ловушка. Очень маленькая ловушка. Но опять-таки же я стараюсь делать, чтобы было как можно меньше затрат. Так сказать, чтобы вам было легче и дешевле. Вот, ну, из-за этого я сам страдаю еще сильнее. Так, пошел в жопу. А, ну да, у вас пола нету, так же пошел в жопу. Так, стоять, мне бы торпорчик бы скинуть. С себя лишний. Твою мать! А, черт, попал! Пошел в жопу! Окей, ставлю на паузу и скидываю торпор. Подождем немного. Нужно отрегенить топор, потому что это просто кошмар. Сейчас 12 тысяч. Да, я выдержу удары, все дела, все хорошо, но не будем рисковать лишний раз. Даже? Ладно, раз пролетаем мимо ловушки, он цепляться не хочет категорически, то давайте попробуем его еще раз закинуть в ловушку. Я не знаю, что придумать. Да ты прикалываешься, слышь? Ловушка там. Че ты отцепился? Ты че до этого-то не отцеплялся? Ладненько, что поделать. Давайте подождем немножечко. Я не понимаю, что нужно делать и как нужно. Может пробовать вырулить снизу? Снизу вырулить, чтобы он зацепился? Ой, нифига себе, у меня тут как повреждено. Надышал у меня тут, понимаешь ли. Так, окей. Надо кое-что другое сделать. Блин, какое яркое меню. Я это ненавижу. Я это ненавижу. Но у меня пришла идея в голову. Раз. И два. Всего-то. Всего-то. Угу. Всего-то. Так. Переконструируем немножко твою ловушку. Так-с. Слушай, если я пролетаю в этот проход, а что если я этот проход поставлю здесь? И просто-напросто вылечу через него. Или он там с краю, и просто-напросто вылечу через него. И не буду заморачиваться через верх, тогда он будет лететь прямо точно так же через низ. А, какой я гений, черт побери. Хорошо, сейчас переделаю и покажу. Ну что, продолжим наше приключение. Передел я. Передел так, что теперь у меня вход здесь. И суть, смотрите, в чем. Блин, давай, лети уже сюда. Суть в чем? Лечу.
именно лечу по низу и залетая вот в этот угол, я смогу вылететь. Он же останется внутри. Подлетаю, нажимаю на Е, и двери закрываются. В идеале так. Как сейчас будет, посмотрим. Черт, у меня даже не было времени смотреть за ним. Пришлось сделать этот пистолет, пойти ударить по дереву, сделать пистолет, потому что он реально очень крут, чертовски крут. И да, надо было сразу его делать. Я чуть пару раз там не убился и так далее. В общем, пистолет клевый, но аккуратнее. Можно всрать нехило. Вот, аккуратненько по фундаменту попасть и, собственно, потерять. Ну, благо, у меня тут стенка была запасная, так что все нормально. Вот. Даже не запасная, она была лишняя изначально, она была лишняя. Вот, ну да ладно. Ну да фиг. С этой стеной. Иди сюда, кудушка. Ну, сейчас. Ай, твою мать. Да, дамаг увеличил, защиту увеличил. Ну, блин, торпор-то зачем накидывать? Да, уж тебя сейчас оттуда поднять будет тяжело. Потому что ты любишь агриться. А всякое говно беспонтовое. Так, окей, за мной. За мной! Да ладно, про канала. Оу, oh, yeah! Про канала, про канала, про канала. Сюда, сюда, родненький, сюда, родненький, иди. Летунчик мой, иди сюда, быстрее, 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 быстрее. Ко мне, лети ко мне, лети, лети ко мне. Твою мать. Да тихо ты. Разошелся. Так. Я сказал тебе в соло приручик, козлина, сюда иди. Я сказал сюда, подошел. Лаги. Раз. Прям в крыло попал. Я тебе в жопу сейчас попаду. А, твою мать, тихо, аккуратненько. Не спеша. Здесь, видите, еще такая область сраненькая чутка. А, тяжеловато попасть. Алло, ну ладно тебе. А, черт побери. Реально сраненькая область. А, точно, я же здесь могу обойти. Я же тут уже тут что только не делал. Оу, легче. Хорош, блин, мне постройку ломать. Мне еще потом демонтировать. Слышь? Мне таджики потом не смогут ее демонтировать по-нормальному. Спать! Я тебе сейчас поблююсь. Слышь, хорош уже, а? Мне ее потом разбирать еще. Алло, мне заказчику сдавать. Слышь? Скотина. Благо, у стен хп полно. Просто сраного тучи как полно. Блин, да ладно, в крыло не попадает. Да спать ты уже, блин, сядь! Ты спать приземлился? Отлично! Отлично! Ядрить, мадрить! Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Так. Так, вот так вот, так вот. Использовать! А, господи. В соло! Получилось! Получилось! Сраная постройка! Твою мать! Это получилось! Это просто обалдеть! Обалдеть! У меня получилось в соло притомить Дрейка! Это левел маленький, да! Это левел маленький, но! Есть всегда одно огромнейшее но! Что вам мешает притомить большого Дрейка? По стенкам он будет дамажить примерно так же. Что означает, вы можете точно так же просто большого левела закинуть сюда. И что? И точно так же его протомить. Так что просто будет немного посложнее, немного поопаснее. И птер нужен попасявее. Хотя такой птерчик очень даже нехилый. 20 тысяч торпора, он выдержит даже одно попадание топового. Так что все вполне себе неплохо. Я надеюсь, что выдержит. Вот такие вот дела, народ. Вот так вот в соло можно притомить Дрейка. И да, немножко заморочено. Но, когда вы притомили Дрейка, то у вас открывается столько сраного возможностей, что очень даже все супер. Вот такие вот дела, народ. В общем, все.
Обалдеть, я этот выпуск снимал 2,5 часа, сейчас у меня 2 часа ночи, и я просто счастлив, что у меня все получилось. И практически с первого раза. Единственное, только была проблема с конструкцией, но вы поняли, да, как нужно делать выход. Вот, ну и конечно же, опять-таки же, была бы прямая платформа. Я просто не думал, что они настолько, я бы знал бы, я вообще бы там построил бы. Я не знал, что они могут так настолько далеко летать и вообще без лишних заморочек. Так что я бы там построил, было бы намного легче. Потому что полная жопа. Такую высокую не было смысла делать. Ну, я как бы из этих стен делал. И так далее. В общем, свои замуты, свои заморочки. Но вы поняли, что не обязательно строить такую большую. Я единственное, из-за чего делал, чтобы не заморачиваться со стенками. Можно было две вот таких вот средненьких стенок ставить, и все. То есть она была бы на треть меньше. Но это уже все фигня. Самое главное, что такая ловушка работает. Я могу томить теперь любого Дрейка без каких-либо проблем. Самое главное в этой ловушке, чтобы двери были вовнутрь открыты. Вот, чтобы можно было с той стороны именно дверь спокойно, то есть нажать, и она бы закрылась. Все, народ, все, все, все. Я опять начал рассусоливаться, разглагольствовать и так далее. Самое главное, Дрейк пойман. Дрейк, вот, да, там кого-то... А, черепаху убили, господи. Дрейк пойман, в соло получилось, и... Конечно, с заморочками, но не такими сильными. Чисто по строительству были заморочки. Все, на этом я буду с вами прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, писать. Суббота, либо воскресенье. О чем я имел в виду сейчас? Посмотрите в начале. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастья и добра. А я постройку буду разбирать. Господи, как мне ее сейчас разбирать придется. Все, всем пока.